Всем привет! Интеллигентные представители геройского комьюнити готовы начинать вас развлекать. Ну давай, рассказывай, ты хотел... Да, ребят, я подумал, как обычно выбирают фракции там на... Ну, профессиональные игроки, ну то есть нубики, которые... Ну, скучные, вот. Всякие папашечки, так называемые. Они там что-то торгуются, все такое. Я предлагаю вам идеальную схему. Во-первых, мы черкаем. Нет, нет, мы не так черкаем, погоди-ка. Это что за чудеса? Да просто три брата. Цитадель 3 уровня, гильдия магов. Причал 4 уровня и оплот 5 уровней. Выбирай, точнее, смотри так. Ты выбираешь от 1 до 2, от 3 до 4 и от 5 до 6. Чьи цифры выпадают, тот выбирает город первый. Смотрите. То есть неподкупно все это. Чисто кубик рандома. Давайте. Я верю. Я кидаю. 4. Это мое было, да? Есть. Если я выбираю первый. Теперь выбираю, кто выбирает второй. Вова, ты будешь от 1 до 3, Миша от 4 до 6. Готовы? Окей, да, давай. 2. Изи. Миша, ты последний выбираешь. Миша играет на плот, значит. А у меня есть какой у меня получается? Ты пикаешь третий. Я плот. А. Нет, в смысле, почему? Нет, он... Ну, что останется? Мы выберем цитадель и может, причал. Я выберу оплот. Но я нет, ладно, я беру цитадель. Я причал. Халява получается. Миша, как ты выбрал жестко? У тебя такой выбор был широкий. Ну, тут, кстати... А что плохого? Классно же замок. Я не знаю. А выберем боту. Боту? Да. Ну, фабрику, конечно. Пощупает контент новый. Да, мы как бы на старых, а бот... Кайфует. Все ради него затевалось. Не, ладно, я пробью это потом, чтобы не зависеть сейчас. Я думаю, это мудрая мысль. Кто не хочет, ну... Рестарты до... Нету рестартов. Нету рестартов. Вообще нету рестартов? Это брутально. Двова всегда такой голос был, потому что у него микрофон... Я не знаю, может, он из толчка разговаривает. Носок на микрофон надеваешь, да. И плюс 1000 качества звука, я проверял. Я с трусами такое проворачивал только. С женскими сечу. Помогает? Да, кстати, реально... А есть разница реально, мужские и женские трусы, это прям мешает? Ну, женские просто приятнее говорить, понимаешь? Сразу видно, мужские тоже проверял. Чего ты долго ходите, это жесть? Я сходил за 15 секунд. Ладно, обзор пока на карты будет. У меня есть коллекция игральных карт рыбацкие. Вот, шестерка пиковая. Выпив стакан водки, рыбак забросил удочку. Совсем забросил. Парни, ну умора. Жена мужу чистит сотую рыбу. По-человечески тебя прошу. На рыбалке, пожалуйста, пей. В смысле, ну это ж вообще ржака полная. Дорогая, почему ты без рыбы? Не было клёво? Нет, дорогой, как раз было клёво. Самого большого леща поймал рыбак Василий, когда забыл про день рождения собственной жены. Парни, жиза? Мужики, жиза было? Это вообще фрики пишет. Бадмин Блум. Почему фрики? Это типичные игроки в Героев 3. Все сразу, трое. Мы фрики? Серьезно, такое пишут в чате у тебя? Ребята, думайте с позиции человека, который не играет в Героев 3. Вы жесткие фрики. Надо строить муниципалитет. Это безумие. У меня огры онемели. И чудище тоже. Впервые за 3 года играю в Герои 3. Вот это рофл. Реально, цифра 3, она магическая. Бог любит троицу, но не в случае героев, конечно. Бог ненавидит эту игру. Я не знаю, что такое боши. Сорян. Блин, ну я реально нуб в играх. Вы что хотите со мной обсудить? Я только за героев шарю. И то посредственно, как видите, на экране. Да, мы же происходит. Я вот с автобоем дерусь буквально. Я болею за бота. Бот стримит. Флорибер стримит, ребят? Стримит, но он победит. Скиньте канал Флорибера, пожалуйста. Скидайте ссылочку на Флорибера. Там слишком жесткий скилл. А я вчера тёще ведро грибов насобирал. Это кто пишет?
Но они ведь вкусные, я знаю. Ну спроси, а вдруг они ядовитые? Вдруг они ядовитые, я не знаю. А что значит вдруг? Проебано все, что можно было проебать. Ну все, выход потом. Да, мне тоже, я бегал в центре без армии. О-о-о! Ну блин, кстати. Я вроде как все потерял, с другой стороны, я так много получил. Сократ. Ты какую-то ерунду творю, на самом деле. Что-то я мог, мне кажется, сэкономить неделю. Да бери утопу. Это работает, правда. Я тоже ерундой страдал, взял утопу, и все вроде хорошо пошло. Я пока не знаю, как еще идет, конечно. Да мне хотя бы книжку магии в натуре купить. А ты... Да я просто купил, вот... Мудро поступил, купил ее 4 дня назад. Ты что-то реально отстаешь жестко в развитии, мне кажется. Кстати, вы слышали мудрость достоверны? Где бесы и черти проигрывают силой, там они берут числом. Мне дедушка что-то такое рассказывал, да. Кстати, у меня точно такой же слух сейчас в таверне. Это сейчас, походу, на хайпе. Новый трек. Он всех, по идее, не... Мне дедушка рассказывал только про гарпий, если вы понимаете, о чем я. Мне дедушка рассказывал, помню, как... Он рассказывал мне, помню, как они встретились на рыбалке, и вот его друг ему говорит: «Я вчера жену с собой на рыбалку взял». И дед отвечает: «Ну и как?» И ему друг говорит: «Никто не клюнул». Я помню, смеялись долго с дедушкой, по полу катались. Это вообще вайбик был. Все. А давайте я за красного. Нет. Кстати, я сейчас можно подумал, вот так сделать. Поставь ему зеленого. Так, стоп, как будет. Подождите, как вернуть? Стоп, что так тяжело? Я не могу поставить, как было. Пойду смотреть историю подбора хранителя снов. Это что, аниме какое-то? Это новый артефакт в Хоте. А, точно. Существа имеют иммунитет, как у гигантов, титанов, иммунитет к магии разуму. Обычно отключен. О, новый артефакт. Так, ты не видел хранитель снов? Нет. Он сборный или обычный? Обычный. А, да. Нифига. Подожди, а что еще раз делает? Ну тебе все расскажи. Мне интересно. Ты найди, да и посмотри. Че? Все тут. Ладно, кстати, я открыл артефакты. У меня их тут 98 штук. Давайте, любой. Я опишу вам его. Хранитель снов. Нет, любой, кроме него. Нет, в смысле, скажи какую-нибудь цифру от 1 до 98. И что ты сделаешь? Подаришь мне в реальной жизни его? Ты мистер Бист? Ну да, да. Я тебя скину. 89. Так, 89. Вы находите развалины небольшой избушки, которая, судя по всему, была разрушена необычайно сильным ударом молнии. Прошарив среди обломков, вы находите кулон, который слегка... подрагивается в вашей руке. Подрагивает в вашей руке. Чё за артефакт? Это антицепа? Да. Ну как называется? Клон отрицания. Ну да, отрицательность, все. Мне скинули новую историю. Уже третью ночь вам снится один и тот же сон. Какой-то незнакомец уговаривает вас купить у него волшебную метлу. Каждый раз вы отказываетесь, но раз за разом сон повторяется. Вы обращаетесь к первому встречному знахарю за помощью, но вместо снадобья он предлагает вам какую-то неказистую статуэтку, уверяя, что она решит вашу проблему. Купив статуэтку, вы неожиданно понимаете, что знахарь жутко похож на незнакомца из снов. Что за артефакт, угадайте? Хранитель снов. Нифига он умный. Реально? Нифига он умный. Что? Как ты угадал? Я не знаю, что сказал. Ну тут встречается слово сон постоянно. Статуэтка. Ну как угадать реально? Пацаны, я купил книгу заклинаний. Экспект. Он герой. Три. Нифига там Флоребер автоматонов построил уже. Ой, точнее этих дендроидов. Ой, точнее этих дредноутов. Конченые имена в героях три у монстров. Повторяются. Я вижу тебя, кстати. В смысле, реально ты видишь меня? Я же возле тебя сучу. А, что? Погоди, серьезно. Я просто сейчас залутал экспертную разведку, после этого тебя увидел. Буквально. Два гекса мне открылось. Две клеточки. Что, мне накрыть тебя? А почему ты на мой арест пришел? Погодите. Откуда мне еще идти? Погодите. Ты сказал, что ты угоришь, поэтому я к тебе решил прийти в гости так чисто. Стой, кстати, армия как будто у нас...
Ну, конечно, у меня слабее, но в целом она сопоставима, по крайней мере. Она хотя бы сопоставима. Давай проверим. Но по магии, я уверен, ты меня уничтожишь по магии просто. У меня вообще магии нету. Тебе кажется. Ладно, дай мне один день. Все, что я прошу. Окей, я позволю тебе это. Я пока побегу у тебя на респект, не против, да? Стоп, погодите, а почему тебя откинуло сюда? Так, в смысле, я сам прибежал. Ну ладно, бегай. Ты все залутанул уже. Два героя идут брать замок. Один другому говорит, ты иди первый, а я за тебя отомщу. Это забавно. Миша, выходи реально в центр сейчас. Я с ним подерусь, ты добьешь его. Это рабочая схема. Да. Зачем он позвали эту задротинку? Кто задротинка, я не понимаю. Реально мы бы сейчас чисто на одинаковом скилле бы сразились. Бля. Вышли бы на третьем месяце в комфорте к условиям. Это правда. Торопимся, блин, непонятно куда. Да, я уже прям руку держу около тебя. Все, давай, погнали. Давай. Я тяну. Ты что, не чувствуешь вообще, что ли, это машина? Бля, я вообще не почувствовал. Бля, чел, ты, конечно, вообще жесткий. Ты где с таких статы набрал, скажи мне? Я проведал деда, черт, надо проведать Никсу. Потом пойду к боту. В этом тоже, наверное, все весело. Убить фуэлебера. Да, иди с ботом. Пацаны, давайте пока ботов не убьем всех на карте. Не будем финалиться. Сейчас еще заберу коробочку с дендроидами. Ладно, вот сейчас не угадаете 100%. Давай загадывай свою загадку. Старая ведьма, которая, по всей видимости, ожидала вашего появления, отдает вам маленький талисман и уходит, не сказав ни слова. Талисман маны. Нет. Помни слово талисман в названии артефакта? Нет. Тогда это этот символ знаний. Ты чё, как ты угадал? Есть. Нахуя ты напал на мой замок? Да он мне взял армию, слил просто из города. Моих 200 кентов, 60 лучников. Я их... Не, можно загрузить, если хочешь. Нет, давай. Ну, ладно. Как же они сами себя поубивали. Пиздец, весело. Миша, ты в курсе, что у тебя вебка на весь экран? Нет. Я смотрю, геймплей вообще ебейший. Просто армия Эвация сражается с летающей большой головой. Тут Никита тоже подметил, что на стриме армия гнола буквально дерется с Борисовым. Да, так и есть. Я пытался как мог, но видите, у него армия сильнее, чем я. Тяжело с вами играть, пацаны. Душно. Я уже 5 раз окно закрываю, замерзаю, правда, но, блин. Я пришел тут коней подвигать, так сказать. Ну, я тоже додвигал своего коня к твоему. Было. Бывает такое. Да ты прохлопнен. Я, как минимум, еще не разведал целиком свой респ. Почему мы уже занимаемся вот этим вот всем? Ладно, все, я... Почему мы вообще играем в героев, ребят? Вы не задавались этим вопросом? Зеленым. Я, кстати, не знаю, я не планировал сегодня играть в эту ужасную игру. Короче, ребята, я предлагаю условия. Если сейчас есть колоды карт, буквально рандомным образом достаю карту, и там будет 7, Вова удаляет все свои Т7 юниты. На стрим, кстати. Ну как бы, Вова, ты согласен? Какой у меня с этого профит будет? Ну это весело будет просто. Ну ладно, хорошо, это весело. Давай. Я мешаю карту. Даже так, что-то их видеть. Так. Еще мешаю. Так, вот колода. Я сдвигаю их примерно вот так. Ой, господи, где ты? Вот так. И достаю нижнюю карту. Блин, на 7! Погодите! Мне кажется, он немного это смотревал.
Реально 7, я видел все. Вова, удаляй, это 7 юнитов получается. А я уже свой ход скипнул. Ну ладно. Я, получается, карточный колдун. Гадаю на картах, читаю руны, обращаться в скайп. И чё? Ну прикольно же там, замочек. Добро пожаловать, ребят, на мой 17-й стрим по домино. Сегодня я беру топ-1 Европы. Сегодня я играю против известного французского доминиста Жака Фреско. Просто мое лицо время этой игры на стриме сейчас можете посмотреть. Это норма. Просто это я бар. Когда Вова говорит, что он вышел в центр, пока я добираю первую нычку огров. Чё, с кем мне драться? Кто тут есть вообще? Нычка драконов подерись. Нет. Не надо. Мои драконы. Я пришел. А что армия? Слушай, как тебе идея, если я нападу сейчас и уравняю армию, чтобы у вас с дедом были равные шансы? Если на кого-то нападу. У нас так равные шансы, кстати. Дед без армии вообще решил. У него там вообще все грустно. Зато у меня статы, зато смотри какие. Ну ладно. У меня просто статы в два раза лучше, чем у Миши, как будто бы. Хорошо, а мана есть хотя бы? Конечно, есть. Парни, что происходит? Я ничего не вижу, мне просто туман войны дам. Так он меня под центральный захватил, я хотел в него телепортнуться и на тебя напасть. А так, мне теперь пешком... Мне пешком хуярит теперь, блин. Ну, бывает. Я просто, я хочу дорисовать картинку на миникарте, понимаешь? Блять, какую там ничего нету, успокойся. Че, ты в городе будешь? Нет, это Вова, блять. А, это Вова? Это Миша, нападай. Оп, так я могу тебя победить сейчас, подожди-ка. Ты серьезно? Подожди, у тебя статы какие? У тебя 37, 29, 45, 37. Как будто это вообще слабенько, учитывая, что у меня сфера запрещения, которая магию запрещает колдовать. А, да. Тупо парми, тебе вообще легко. Как будто бы да, да. Ладно, мне не интересно, вы драться, слишком много скилла, вообще с Мишей подойдет. Я наверху. Да, вот там. А ты наверху, я еду. Ладно. Все. Доставь нас в покое, дай подраться. Да все. Да, я рисую картинку. Какой сюр! Только на нашем стиле такое может быть. Просто втроем на респе сидим. Ну бля. Трое на респе. Да причем на моем? Почему на моем? Трое на респе, Салтыков, Щедрин. Ты еще один мой город захватил, у меня деревня осталась только. Посмотрим, кто кого. Ты в городе будешь сеть? Да не, я разбирал мой оплот. Нападай. Ужас. Че, в открытом поле деремся? Да. Все, я захожу на стрим, еду. Блять, я забыл нагрудник поменять. Погоди. Бля, не нападай, дай нагрудник поменять. Скупай. Докупочка внезапная. Да, докупай, но только дай нагрудник поменять. Миша, че ты нападаешь? Да, нападаю, все. Ты прям нападаешь? Забрал. Я оскорблен. Да ладно тебе. Ой-ой-ой. Сколько? 45 драконов! Ошалеть. Кидай имплу. Ошалеть. Ошалеть. Подожди, а на ускасте же нет имплы. Ошалеть. Я только сейчас понял, что я не убиваю никак 45 драконов. Ошалеть. Блин, ну 40 драконов реально не убивается. Еще 6 моих драконов. У меня 50 с лишним должно было быть. Это шок. Обычно. Я сейчас подумал, я походу Мишу реально не убью. Мишу сейчас пушбэкнет и затащит. Не, чё, я принял сейчас на респу скупаться просто. Слышь, все, давай на мужика драться уже, блин. Да уже аха кончились, хорошо. В смысле, я без армии. Я аж удалил всех своих, это 7, как дед говорил. Ну вот и все, давай драться теперь. Просто убей этих драконов, что ты их так долго мусолишь. Да чё они не пробиваются с твоей защитой, блин? Ну это правда. У тебя ты реально малюсенький, капец. Я, может, еще даже смогу тебя в теории убить. Да не. Не, вряд ли убьешь. Чекайте, смотрите. Убей хотя бы половину драконов и будет вообще кайфарит. Блять, я зл, что он на выйти залетает. Сколько? А все, а нету. Ладно, Вова, тебе надо как-то убить драконов. Все, что на тебе остается.
Да все нормально, я сейчас быстро. Я говорю, я прыгну, заберу пару утоп, заберу деньги. Я не буду это ждать. Да давай прям сейчас биться. Давайте реально деритесь сейчас, Вов. Я на меня нету, блядь. У него только Т7 юниты, хорош. Давай на мужика, ну проиграешь, ну чё, тебя кто-то чморит, что ли, что-то когда будет? Никто тебя не будет шморить, всем похуй. Просто веселую нарезку драконов устрой, если сможешь. Если не сможешь, ну ладно, чё бывает. Ладно, 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 всё. Прям сейчас буду, да, тогда. А то, ну камон, еще 3 часа стримить, типа, долутываться, ну не-не-не. Легко, не просто нравится. Легко победил, кстати. Ну, то есть тактика сидения на респе реально рабочая. Я думал, просто ты так ныл, типа, мне Вова армию доел, мне теперь нечем сражаться. Я думаю, блядь, у тебя осталось 3 гнома, что ли? Так он мне... Он мне 200 кентов схавал просто так. Охуеть! Ты один юнит, 25 дендроидов схавал. Сколько еще кого-то там съел, я забыл. А, 60 эльфов. Как ты отправился от такого? Чем бить? Киянкой, очевидно. Сосать, но мы тащат. Бля, погодите, не тащат. Так, 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 переодеваемся. Халява, халява. А чем мы смотрим стримы друг друга, правильно понимаю? Смотри, смотри, что есть. Сейчас. Погоди. Че вы это? Смотри. Ну, смотри, показывай. Смотри, Миша, показывай, что есть. Ты, сука, еще раз куда меня обманешь, что у тебя нету армии, а на самом деле она будет, я тебе ебало набью, понял меня? Больше не пиши сюда. Да, общество это, конечно, полный пиздец. Вот ты попадаешь туда, и потом не продых, у тебя все наебывают гадко и жидко. Я, короче, думер, люблю курить, потому что меня люди заебали. Блять, когда они уже подерутся? Мне одному интересно, сколько они еще будут сосать и пылесосить свою армию? Блин, прекрати, пожалуйста, мне в чате пишут фу маты, как некультурно. Меня сейчас зрители всех потеряю из-за тебя. Ты можешь, пожалуйста, немножко себя поадекватнее вести? Чек. Что наделал? Блять, ради этого стоило подрубать стрим. Блин. Легендарная битва Эваса против Ивора. Это как будто легкая победа для Никсов, мне кажется. Ну да. Есть такое. Это я еще кого не дал. Да, вот ради этого мы тут 3 часа играли. Как мы играли 3 часа, а вот каст. Я не знаю. Я правда не знаю. Но это читы. А, нет, читеров не ходит. Бля, что у вас происходит? У нас... У нас небольшие... сейчас 3 стримера на экране, если что. Небольшой анальный секс происходит. У нас сейчас 3 стримера. 3 стримера? Я вебку Вову вывел на экран. А кто из них ты я? Это вот мы все трое стримим. Блин, я проигрываю, походу. Походу? Где? А как ты узнал это? Что-то Никса не пробивается к нам. Ты телепортнул клон, что? Нифига он умный. Все, главное, убил матросов. Это да, согласен. Главное матросов убить, остальное не важно. Чувствую себя в дурке просто, я сходу с ума постепенно. Блин, все мы. Ну я, кстати, держался неплохо, смотри, я вон сколько армии ему снес. Суди, да. Ауткаст больше не стримим. Ауткаст больше не стримим. Только скилл-тесты. Ой, я хожу. Только Джебус Краус. Я не хожу. Миша, давай финальную катку в скилл-тест. Давай. Ну, скилл-тест. А чё втроём-то делать? Не, ну скилл-тест сейчас покатаем. Короче, смотри, а втроём-то играть скилл-тест, подождите-ка. Ну, кстати, можно, по идее, как-то придумать карту, где можно в скилл-тест играть втроём. Да. Просто я тупо. Что это такое? Да, это я просто. Ты
ты... Он меня залик... Фу, блядь. Я извиняюсь за мат. Это что такое? Что? Он меня зарекролил. На стриме прям. Погодите, ну-ка. Это невозможно просто. Это вообще как... Что? Блядь, позорище просто, позорище. Унижен, унижен. Это была легчайшая образца. Ты попался. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Ладно. Думаю, наверное, можно закругляться. В целом неплохо посидели с моими друзьями, вот я сейчас все их вебки выведу на экран. Все мои друзья, с которыми мы сейчас играли в Outcast. Спасибо за то, что были со мной, стримили со мной эту прекрасную игру. Спасибо вам, зрители, тоже. На этом будем, наверное, заканчивать. Потихоньку. Спасибо, кто сидел на стриме. Спасибо тем, кто активно писал в чате. Спасибо. Сколько ты уже поймал? Если поймаю эту и еще две, то у меня будет три рыбины.